Понатравим на него другого нашего дракона. Не, не то, чтобы я испугался, просто нафиг надо. Нас подожгли. Нифига себе, он не отстает. Что это такое? Труха сыпется с пальмы. Хух, мы от него оторвались. И вот наши животные телепортируются назад и бегут заново. А близко подходить что-то мне вообще к нему не хочется. Как-то стрёмно. Все, шатал. Молодец, заслужил награду. Вот тут одни части дракон. Ну а что еще в драконах может быть? Хотя в этой игре тут из разных частей состоят. Все что угодно можно встретить. Хотя видов тут ограниченное количество. С обновлениями может что-то еще, каких-то извращений понапридумывают. Ну а пока только такие. Чтобы он не появился на нас. И следуем дальше. Вот в это озеро я прыгнул один раз и еле выбрался с него. Тут оно глубокое, и выбраться тут только вот на вот этот камень можно. Вот здесь я был вроде бы. Так, ну этих можно шатать даже и не слазя. Вот так сейчас. Хоба. Медалёт. А ну давай. Не хочет доедать. Мне вообще-то, честно, и гранаты на него не хочется тратить. Блин. Я думаю, что он шею так завернул. Ну все, опять застрял. Вот это чудо. Это чудо мне выбрался из-под него. Главное догнать. Моментально съедает практически. И вот как это? Как он только что оказался на мне? Ну, кажись, я понял, как его можно стопорить. А если попробовать на ту сторону перебраться, ну не думаю, все равно тут будет конец карты. Тут обрыв, обрыв не перепрыгнуть никак, абсолютно. Фух.
напугал меня своим рычанием. Как шаром прокатило, никого совсем... Оба! Так. Иди нафиг. Ой, боюсь, он упадет сейчас. Ну все, за ними туда не пойду. Сытости на этот бифштекс восполняет, ну, напомню тем, кто не знает, это в полтора раза больше, чем нужно. Ну, вот так и движем и стараемся никого не пропустить. Хоть бы сделали какую-то секретную область с новыми существами, что-нибудь бы такое прикольное. Какой-то бы портал бы в секретную локацию. Нет, нифига. Остров. Оба. Смотрите, что я вижу. Мы вот так вот сейчас аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Убираем это вот. Капец! Стоп, сейчас взорвем всех. Они довольно бронявые, между прочим. Все, вот эти... Тикаем. Блин, он меня догоняет. Он не только меня догоняет, он меня может реально убить. Фух. Надо отбежать, попробовать. Они быстро, не быстрее меня. У них ноги жирафа. Отстал, хух. Так, давайте вызываем это. Кормим его сразу же. Так, я помню, как тебя надо. Вот так вот. Теперь вызываем еще вот этого самого сильного. А давай еще одного. Да пофиг. Теперь. Ну что, чудовище? Идемте работать. Ну, в волках навряд ли мы, конечно, козлиные части встретим. Ну, шататик все равно надо. Опа-на, видали? Видали? Ну почти всех мы взорвали гранатами, всю стаю. И в сторону стаю. Что ты ж натравил? Нифига себе, как откинули.
закидывайте в него всем, чем есть. Вот это блоки, из которых он 5-й уровень. Ну, атака такая для такого уровня относительно небольшая. Теперь всех убираем. Этот самый голодный. Да хорош ты крутиться. Давай, доедай все это. Он и не восстанавливает практически ничего. Самое интересное, мой дракон может жрать даже тыквы, потому что у него черепашья голова. Дракон, который ест тыкву. Специально выведенная порода. Этот обрыв. Дракона лучше убрать, иначе он может меня реально туда спихнуть. Так, ну полчаса мы уже играем, бегаем тут. Давайте на этом серию закончим. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока и до следующей серии.